Между тем, Казахстан призывает исламские страны прекратить междоусобицы и принять совместные усилия по борьбе с терроризмом, представляющим угрозу для всего человечества. На Стамбульском саммите Нурсултан Назарбаев предложил проект «Исламская инфраструктурная интеграция», указав о необходимости его реализации в ближайшие 10 лет. Эта инициатива была горячо поддержана участниками и нашла отражение в итоговом коммюнике, рассказал глава Центра стратегических исследований Мармара Грубу Аккан Сувера. Главы государств и правительств, собравшиеся на 13-й саммит Организации исламского сотрудничества, подготовили итоговый документ на основе совместной декларации президентов Турции и Казахстана о согласии в исламском мире. Он состоит из 8 разделов. В нем членов организации призывают к единству и решению накопившихся проблем мирным путем. В этом смысле Казахстан, ставший уникальной площадкой межрелигиозного и межконфессионального диалога, показывает замечательный пример формирования культуры толерантности и взаимоуважения против идеологии ненависти и экстремизма.